Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы выехали на реку Самара, раскинули донки на червя, на опарыша. Моя любимая прикормка, пшенка и любой недорогой прикорм. Мешаем, забиваем в кормушки. Поплавочную удочку закинули одну, также прикормили. Дальше вы все увидите сами. Так, ребят, первая поклевка. Сейчас посмотрим. Там рыбка не только плакала, что мне. Что-то не натягивается. Первая поклевка, ребят. Сейчас посмотрим. Что же у нас здесь? А у нас здесь. Неплохо, подлечь. Вот такой вот отличный первый у нас улов. То есть дальше все увидите, только приехали. Ребят, передайте привет. Да, привет. Это мои друзья Леха и Артем. Вот вместе выехали на рыбалку. Дальше сами все посмотрите. Вот первый улов. Так, есть. Ребят, одна. Клев пошел. Сейчас посмотрим. Так, что-то есть. О! Так, еще. Пошло дело. Так, начало понемножку поклевывать. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Неплохо. Вот такие вот окушки. Клюют. Так, что-то есть. Сейчас проверим.
Сошла. Может, это этот? Может, это в баню он потом поедет? Есть. Так, вот еще одна у нас. Ну, потихонечку. Итак, на поплавочную удочку у нас не берет вообще практически ничего. Поставил еще одну донку. Будем ждать. Время сейчас около 8:30 сейчас у нас время. Ну, будем ждать. Может, еще что-нибудь и клюнет. Так, еще один мелочевочка, но приятно, понемножечку поклевывает. Так, еще одна. Так, что-то есть. Опа. Ну, пошли уже получше результаты, ребят. Отлично. Все снасти. Сейчас эту перекинем удочку. Итак, давайте подведем итоги нашей рыбалки. Поймали немного, но сейчас у нее нерест, она болеет. 21 мая, вот немножко взяли белые рыбы. Как бы, ну, будем пробовать еще. Как бы, лучше, чем ничего, как говорится. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!